Вас приветствую на своем канале. Готовим малосольную скумбрию. Обязательно мы ее моем. Вы можете ее солить не потрошенную, такую целиковую, но лучше отрезать голову и удалить все внутренности. Я вам расскажу несколько рецептов, как ее можно приготовить. Берем столовую ложку сахара. Это на литр воды. 2 столовых ложки соли. Это получится у нас малосольная. Соль, сахар берем всегда 1:2. Если хотите соленую, то увеличьте соль и сахар. Сюда добавляете специи и натираете подготовленную рыбу. Натираем верхнюю часть и соль добавляем в брюшко. Потом убираем в емкость или в целлофановый пакет. 3-4 часа лежит при комнатной температуре. Потом убираем в холодильник. Через часов 12 едим. Но у меня сейчас будет другой способ. Беру кастрюльку, добавляю литр. Я кипятка добавляю, чтобы это все ускорить. Сюда 2 соли, 1 сахара. Добавляю кориандр, прям немножечко. Перец горошком, штучек 10. Лавровый лист, 3 штучки. Гвоздику, 4 штучки. Ну, гвоздика она на любителя. Ставим на огонь и нужно, чтобы это все прокипело. Ставим голову, аккуратно спарываем брюхо. И вытаскиваем аккуратно внутренности. Вот эту пленку мы тоже снимаем. Плавники можно и оставить, можно и отрезать. Так, чтобы у нас косточки остались на месте. Когда рыба слегка подморожена, ее очень легко нарезать. Ваши куски будут ровные, нарезка будет красивая. Рыбу складываем в емкость. А это вкуснятина для кошек. Рассол покипел минут 5. Вы можете в конце, когда варите рассол, добавить уксус. 1 столовая ложка, 9% на литр воды. И еще прокипятить. Потом мы это все остужаем. Горячим ни в коем случае не заливать, потому что рыба будет как вареная. Все остудилось. И теперь заливаем рыбу. Сюда вполне хватит где-то 3 рыбы на такое количество жидкости. Сюда также можно добавить приправу для рыбы. Столовой ложки вполне вам хватит. А если вы хотите малосольную, но более сладковатую, то возьмите 2 ложки соли и 2 ложки сахара. Через часов 5 можно будет уже кушать, но она будет не доведена до готовности. Пусть постоит сутки в холодильнике. А подача на стол, как всегда, лук, зелень, масло, уксус и, само собой, картошечка. На этом все. Пока-пока!